В ближайшие дни встретить сотрудников ГИБДД на дорогах Невского можно будет чаще. В районе до самого конца зимы проходит операция «Пешеходный переход». Внимание! Дополнительные патрули ДПС уделяют не только водителям, но и пешеходам, переходящим дорогу не по правилам. Для проведения рейдов выбираются зебры возле образовательных учреждений и самые аварийно опасные участки. Один из наиболее роковых находится на Искровском проспекте у дома 9. Здесь нет светофоров, но зато поблизости есть две поликлиники и школа. Там уже было два ДТП в этом году. На одной ДТП там у нас ребенок пострадал при переходе пешеходного перехода. Вот. В связи с этим были уже направлены письма в правительство о необходимости там строительства светофорного поста. Среди наиболее роковых мест специалисты еще выделяют переход на перекрестке проспекта Обуховской обороны и улицы Ткачей. Чтобы участок стал более безопасным, полицейским уже удалось добиться на нем установки светофора. Правда, появится он лишь в следующем году. А пока в районе нерегулируемые переходы с интенсивным движением продолжают существовать, сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать не только ПДД, но и скоростной режим, соответствующий дорожным и погодным условиям. По статистике, только за январь 2016-го в Невском произошло 48 аварий с пострадавшими.